вазе папоротник, соцветия сухие, семенники лука и мордовник. Здравствуйте, с вами я, Татьяна Горелик. И сегодня я хочу заняться вазой. Вазы буду делать из обычных кофейных банок. Ну, размер тут выбрала большие банки, потому что хочется поставить что-то более высокое из цветов. Устойчивые они, чтобы были. Вот уже начало. А самое начало работы — это обрывала все наклейки, этикетки, замачивала, соскабливала, вымывала, в общем, обезжиривала. И банка становилась прозрачной. Теперь загрунтовала. Краска акриловая, белая. Обычная в магазинах рукоделия продается. И в тюбиках, и в баночках. Ну и вот начала клеить. У меня задумка вот эту часть оставить прозрачной. А на ней или просто оставить, там по ходу дела будет видно, или какой-то рисунок нанести. Пока начала застилать вот здесь и горлышко оформлю, а дальше буду думать. Раковины. Ну, какие есть вот у меня тут морские, одностворчатых моллюсков, клей. Это монтажный клей Mastifix Ultra. В общем-то, мне было, конечно, удобнее клеить момент монтаж жидкие гвозди, белые или прозрачные, в тюбиках. Но приспособилась и в этом, потому что не нашла в магазине. Для металла, гипса, кирпич. В общем, такой надо брать, чтобы дерево, стекло... Это подойдет, потому что клею раковины и на стекло, и на все работаю с таким клеем. Клей выдавливаю на какую-то поверхность и беру раковины пинцетом и обмакиваю, прижимаю. Вот так приклею. Ну вот, хочу показать вам промежуточный результат того, что я успела сделать. Из этих я выбирала и набирала, застилала то, что у меня намечено застелить. Здесь у горлышка, где резьба покрупнее, взяла раковины. Все на клей при помощи пинцета или скальпеля насаживала пинцетом, прижимала и брала эти раковинки. И вот что у меня получилось. Вот такая ваза получается. Дно как бы в воздухе висит. Можно видеть и воду, и стебли цветов. Но здесь еще я буду оформлять. Брала, я уже говорила, пинцетом раковину, обмакивала в клей. Вот так. И придавливала. Вот окончательный вариант вазы. Ваза сделана на основе стеклянной банки из-под кофе.
банка не маленькая, 400 грамм кофе вроде там было. Предварительно все сняла, все ярлычки обезжирила и разметила, где будут раковины, а где оставлю пустое место. Раковины мелкие при помощи этого клея Mastifix Ultra. Раковины вот такие. Довольно мелкие. Выложила сначала одним цветом окантовочку, а дальше другим. Клей выдавливала из пистолета на какую-то поверхность. Крышку можно взять и при помощи пинцета обмакивала саму раковину в этот клей. Клей густой, но так, что клеила, что подцеплялась там кусочек клея сколько-то и приклеивала. Пинцетом же придавливала. И так клеила. Отделка. Вот это вот цветы сделаны из мелких раковин. Вот они здесь. А эта часть делала из полимерной запекаемой глины. И листочки рисовала контуром. Полимерная запекаемая глина продается в магазинах для рукоделия. Вот она бывает разного, и названия разные. Главное, чтобы запекаемая. Она в таких изделиях лучше, прочнее держится. Раскатывала лепесточки. Сначала разделила на части примерно одинаковые, чтобы лепестки было по 5 лепестков. И на ладони прямо раскатывала лепестки. Раскатывала при помощи так называемой бульки. Это самодельная. На ладони держала и вот такой шарик раскатывала. Раскатывала и получался лепесточек. Лепесточек, вот он, получился. А полоски отпечаток делала, отпечатывала на нем вот такую раковину. Вот она. Прикладывала просто к лепесточку и отпечатывала. Вот полоски получаются. Использовала вот эти раковины и эта паста, контур. Вот они мелкие. Брала пинцетом, наклеивала. Получилась такая ваза. В ней можно ставить и живые цветы, и сухоцветы. Поставить в такую вазу можно любые цветы. Вот прокручу, чтобы лучше видно было.